ныне и присно и во веки веков. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступите. Благослови ты во имя Господне, Господи, ежися нам. Молимся все, верую, Господи, исповедую, яко ты есть и воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший мир грешный, спаси от них же первые из мазы, все верую. Яко сие есть самое пречистое тело, это самая честная кровь Твоя, молюся убо Тебе. Помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, же словом, я же делом, я же видение и невидение. Исподоби меня сужденно причаститься пречистой Твоей таинств, восставление грехов моих и жизнь вечная. Аминь. Вечере Твоей тайной, дни Сыне Божий, причастником я, прими небо врагом Твоим тайно, поверь мне, лобзанье Тебе нам, яко Иуда, ну-ка, разбойник, исповедуй Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение пречистых Твоей тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Thank you.
оставлении грехов и достояние Твое. Грехом святый сильный, приятом Духа Небесного, обретоком миру истинную, нераздельной Троице поклоняемся, кого нас послали. Всегда, ныне присно и во веки, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
прекрасных небесных, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Господи, прости, помилуй, сохрани нас, Божие, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Сами себе, друг друга, лишь живот наш, Христу Богу предадим. Иди, Господи, Господи. Как в Христе освящение наше, и Тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани святи любящие благолепие дома Твоего. Ты тех воспрослай божественной силой, не остави нас уповающих на Тебя, мир, мирови Твоему дару, церковь, священникам и всем людям Твоим, яко всякое дание благо и всех дар совершен свыше, исходя от Тебя, света, пути славы, благодарение и поклонение воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Ходи, имя Господне, благослови отмени до века. Ходи, имя Господне, благослови отмени до века. Ходи, имя Господне, благослови отмени и до века. Благослови Господа на всякое время. Будь похвалой во всех моих. О Господи, похвалится душа моя. Да услышат кровцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною. И вознесите его в поле. Приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Сильный чило злой Господь услышай, без скорби его спаси. Ополчится ангел Господень на крест боящихся его, избавит их. Пустите и видите, как благ Господь. Блажен муж и жалоба, бойтесь о Господа все святые Его, яко не свершения боящимся Его, благотят нищаша и залкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Видите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас, кто из человека тяжь живут, любит не видите благи, удержи язык твой от зла, и усни твои же не глагол отецы, уклонись от зла и сотвори благо, защи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши его молитвы, лице же Господне на творящее злое, есть же потребитель от земли память их. Воз ваше праведнее, Господь, услышай их, и от всех скорби их избави. Господь сокрушенным сердцем и смиренные духом спасе. Многие скорби праведным и от всех их избавит я Господь. Храни Господь вся кость их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта и ненавидящие праведного
Благословение Господне на вас, того благодатью человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших, и же во святых отца нашего Иоанна архиепископа Константинопольского Златоустого, и же память ныне совершаем, и святаго пророка Сафония, его же и память ныне совершаем, святых праведный Бог Отец Иоакимана и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сегодня предлагаю для вашего духовного назидания беседа о смерти. Ну, со смерти часто боимся разговаривать, кто-то говорит, ой-ой, о смерти не надо говорить, не надо же вспоминать о смерти. Кто молодой, говорит, я еще молодой, молодая, я еще поживу. А в годах, ну, впереди меня еще есть старше, они еще живут, не умерли, поэтому не моя еще вроде бы очередь умирать, как будто бы там по очереди бывает, что смерть. Но совсем не так. Это беседы архимандрита Клеопы Илии. Это архимандрит Румынской Православной Церкви. Я был в Москве, и один батюшка мне, отец Петр, подарил эту книгу. И вот, ну, беседы такие, скажу, что мне очень понравились, очень такие назидательные, есть над чем задуматься. И вот называется «Слово о смерти». Ни в чем так не может быть уверен человек на